Что там? Уф, какая, уф, молодец. Приветствую всех на моем канале. Сейчас я хочу вам показать очень простой прям рецептик. Пюрешечка на зиму с яблочек. По такому же рецепту можете делать и персиковое, ну и абрикосовое, любое другое. Вот. Для начала нам понадобится 2-3, ну, приблизительно килограмм яблок. И их порезать. Вот не в таком виде 2 килограмма, да, а уже в нарезанном виде. Я просто не говорю, почему приблизительно, потому что я сейчас беру свой сотейник. И вот сколько у меня сейчас войдет, потому что глубже у меня нету сковородки. Такой объем будем готовить. Вот. Банки я намыла, пастеризовала. И начинаем резать. Он очень легкий. И вы будете делать с ним постоянно. Деткам вашим понравится. Вот. Мамочке, бабушке. Да и взрослым тоже. Ну, приступаем. Режем приблизительно вот так. На квадратики. Можно со шкуркой. Так, в общем, у меня получилось 2 килограмма яблок. Будем исходить из 2 килограмм яблок. Для этого мы еще берем 200 грамм воды и выливаем, ставим на медленный огонь, накрываем крышкой и на минут 20. Так, яблоки у нас закипели. Вот я убавляю газ до среднего, накрываю крышкой, все вот так вот, чтобы было плотненько. И засекаем 15-20 минут. Но я возьму 20. И приготовим сахар. Кто сколько любит, добавляем. На эту порцию на 2 килограмма надо 100 грамм сахара. Ну, если вы сладкоежку, можете добавить или убавить. Так. И понадобится еще одна чайная ложка без горки лимонки. На всякий случай, чтобы у вас, если стоит в комнате, оно в шкафу устоялось, а не прокисло или не взорвалось и так далее. Вот я вам покажу. Сейчас прошло 10 минут. Смотрите, как они кипят. То есть, если больше бы воды добавили, это было бы перебор. На 2 килограмма 200 воды, на 3 килограмма 300 воды. Прошло 20 минут. Вот такая у нас красота. Газ выключаем. И это все дело взбиваем блендером. Прям перетираем. Так, ну все, вернули обратно. Вот все перебитое, густая такая. Сейчас вам покажу, смотрите, какая хорошая консистенция. Так, все, мы сейчас добавляем сюда сахар. 100 грамм. Смотрите по вкусу. У кого сладкие яблоки, ну, поменьше. Потому что мне кисло-сладкие. Сейчас попробовала без сахара. Совсем кисло. Так, дальше. Добавляем сахар. Все тщательно перемешиваем. И добавляем где-то, ну, я для пробы положу половинку. На 2 килограмма положу половинку чайной ложки без горки лимонки. Вот, чтобы стояла где-нибудь в шкафу, даже не в холодном месте. И ничего не произошло. Добавляем. Так, все, добавили, перемешали. Теперь буквально минут 5 при постоянном помешивании пусть покипит. Если будет сильно большие бульки, просто прикройте крышечкой. Вот так вот. Вот такая у нас получилась пюрешечка. Вот, смотри, какая. Вкус прям как в детстве, без консервантов. Прям вообще, прям очень-очень-очень вкусно. Так, и что у меня получилось? У меня получилось на 2 килограмма яблок, уже очищенных, порезанных. 200 грамм именно воды.
где-то 0,5, ну, пол ложечки чайной без горки лимонной кислоты и 100 грамм сахара, потому что у меня яблоки кисло-сладкие. Смотрите по сахару, как вам. Все, мы сейчас насухо протираем банки, разливаем по банкам, закручиваем, переворачиваем и до полного остывания. Вот таким образом. Все переворачиваем и убираем. На 2 килограмма резаных яблочек у меня получилось 1,5 килограмма пюре. Вот, баночки по 0,5. Ну вот. Вот такие вот баночки с пюре у нас получились. Смотрите. Вот такая вот вкусняшечка. Быстро, легко, просто готовьте со мной. Можете использовать какой-то другой фрукт. Но я уверена, вам понравится. Очень вкусно. Спасибо. Ты заходи, если что.